Как противодействовать терроризму и экстремизму? Эту тему обсуждали и на научно-практической конференции в кооперативном институте. Терроризм – угроза обществу. Сегодня об этом говорят везде. Несмотря на то, что в республике в целом ситуация стабильная, профилактическую работу необходимо проводить постоянно, пресекая возможность распространения радикальных взглядов среди воспитанников учебных заведений. В научно-практической конференции активное участие принимают и студенты, и члены общественного совета при МВД по Чувашии, и представители национальных объединений, и сотрудники органов внутренних дел, и педагоги, и специалисты по молодежной политике. Экстремистские идеи оказывают большое влияние на сознание молодежи. Часто бывает, что ребята и не знают, что совершают противозаконные действия, а их родители даже не подозревают об опасных увлечениях детей. Многие экстремистские идеи воспринимаются молодежью как модные, поэтому главная цель, которую преследуют организаторы конференции – формирование базовых знаний в сфере религии среди молодежи, чтобы молодой человек смог осознать угрозу и ответить на вызов.